Дуда плей. Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Дуда Плей, и мы продолжаем играть в игру Hungry Shark Evolution. И сейчас у нас есть акула, которую мы будем, естественно, прокачивать. Вот, она наша акулка. Она у нас еще маленькая, но мы ее прокачаем, и она у нас будет большая. Опа, куда это мы попали? Ух ты, нифига себе, подожди, алло. О, смотри, люди тут ходят, или... О, смотри, нифига, в каком-то месте интересно. Ну, акула-то у нас, смотри, побольше будет стала. Так, кушаем. О, золотая миля. А, золотая мания, господи, миля там, сейчас миля. Кушаем вот этих вот человечков. Так, хорошо. Вот, спускаемся вниз. О, смотри. О, нифига, акула была рядом. О, нифига, какая большая, мы сожрали акулу. Вот эту, давай, опа, съели. Теперь тут вот этих человечков золотых кушаем. Золотые человечки. Мне нужно побольше денежек. Побольше. Так, акулка, давай. Опа. А это что такое? Пингвины. Интересно, они нас не будут кушать? Ух ты, холодная закуска. Что-то мы кушали, интересно, непонятно. Прям, да, акулка наша уже побольше стала. Кушай, акулочка, мы сейчас тебе побольше дадим сейчас кушанье. Так, а что ты, сдохла, что ли, уже? Нет? Давай быстрее плыви. Плыви наверх. А, наверху тут ничего интересного нет. Тут только какие-то чуваки сидят на лодках. Так, а ну-ка, мы сможем? Нет, мы не можем на такую льдину залезть. Вот еще человечек такого. Слушаем, все хорошо. Это у нас получается, мы проходим миссию. Миссию какую-то интересную во льдах. О, акула прям вообще большая стала. Ну, я думаю, мы сегодня акулу нашу накачаем. Ух ты! Смотри, какая рыбешка плавает. Сейчас мы ее скушаем. Вот, смотри, большая. О, да тут их много, смотри, сколько рыбок этих. Вот еще рыбка. Где-то была здесь. Опа! Ой! А чего вы плаваете в холоде, интересно? Вот я понимаю, вот. В акваланге у человека плавает. О, пингвинчики золотые. Так, хорошо. Кушали. Еще. Вот еще, смотри, сколько много. О, нифига, это что такое? Какая-то еда лежит. А, они пикник тут устроили. Вот. О, давай, кушаем. Рыбок. А это что такое у нас? Холодная закуска. Ой, эти плохие. Нет. Я до вас не буду плавать с вами. О, вот еще плывут. Так, один есть, второй, хорошо. Фига, сколько я много денег сейчас зарабатываю. Прям вообще много денег у меня будет. Вот, алмазик какой-то собрал даже. Фига себе. Так, а это просто, смотри, в костюмах плавает. Это куда-то с офиса они сбежали и решили поплавать. Вот, еще вот этого сейчас спустим, все хорошо. Нифига, давай поглубже спустимся, посмотрим, что там у нас в глубине. Какие-то люди, почему они тут в глубине-то плавают в костюмах. О, а холодная закуска, смотри, опять мы спустили какую-то закуску. Так, давай поглубже. А смотри, а в глубине тут ничего нету. А, только вот холодную закуску мы скушаем. О, нифига, подожди, в смысле? Это что такое было? Ты видел? Нифига, там какая была мощная акула какая-то. Мы ее съели, офигеть. Так, рабиков скушаем. Ага. Вот, и тут этих рыбок. Ой, это плохая рыбка. Ай, она меня кусает. Нет, я тебя не буду кусать. И ты меня не кусай. А вот эту всем иглобрюха. О, да мощная акула, смотрите, ребята, какая. Акула прям вообще мощненькая у нас становится. А ну где-то здесь, вот-вот вниз спускаемся, где-то здесь должно быть золото. Вот я вас сейчас скушаю побольше. Вот, нифига себе, золото. Так, все, забираем. 200, награда. Хорошо. Дальше отправляемся. Крабика все кушаем. О, а это что, такое динамит или что? А, нет. Ух. Я думал, это динамит. Хорошо. Все. О, вот смотри, лобрюх. Мы сидим его или нет? А, нет. А почему ты золотой был? Тебя типа можно было кушать. Смотрите, ребята, вот в прошлой серии вот эти акулы, которые здесь плавают, они раньше были вообще большие для нас. А сейчас, в принципе, мы их съедаем нормально. Ух ты, алмазик. Золотая мания. Вот и лобрюха съели. Ой, касатки. Ой, не касатки эти, как их. Я уже забыл, как они называются, они меня постоянно едят. Надо прям вырасти побольше, чтобы... Ох, нифига какие, смотри, раки. Крабы какие огромные, нифига. Так, а ну-ка сейчас, вот еще краб. А, они меня тоже кусают, смотри. Давай, акулка. Акулочка, ну ты прям уже вообще большая стала. Ну пока я не прокачал этот самый быстрый... Медленно она плавает. А вот скорость прокачать. О, нифига.
Ты видел, что это там такое плавало? Смотри, во! О! Офигеть, она меня съела? Это что это за рыба такая мощная? Офигеть, я думал, я ее съем. Нифига! Она меня съела, даже не почувствовала. Я даже ничего не почувствовал, не успел. А ну, размер у меня на максималку, Ух ты, мы, ребята, открыли акуламаку. Акуламаку, офигеть. Теперь мы можем увеличить укус. Так, укус увеличиваем. Денег-то у нас много. Скорость, главное еще скорость поднять. Ускорение мы сейчас поднимем. Офигеть, мы открыли новую акулу, ребята. А, денег не хватает. Ладно. У нас 800, почему мы не... А ну, еще раз. Все, ускорение добавили еще один раз, если у нас хватит денежек. Сколько у нас там осталось? 300? 200? Ну все, теперь мы ничего не можем. Ну все, поехали. Акула Мако. Дальше. Играем. А-а-а, типа смотри, мы ее за 1500 могли бы купить, а мы ее только увеличили различные ее характеристики. А играть-то я не могу еще, поэтому мне срочно нужны деньги. Мне нужны срочно деньги, чтобы я смог открыть акулу Мако. Офигеть. А я потратил деньги вообще просто так. Ладно. Сейчас мы быстренько соберем денежек. Так, сейчас поедим вот эти вот этих рыбок. Крабиков сейчас мы поедим. Где у нас крабики? Вот они у нас здесь. Вот. И вот, вот эти золотые рыбки. Это красненькие рыбки. Ой, опять укусила меня. Надо мне срочно денег. 1500. Это много. Сейчас мы здесь покушаем. Вот этих вот, ребят. А ну подожди. О, давайте вот. Ай, мина! На мину напоролся. А сколько у меня денег? Нет, мне нужно срочно денег побольше. Так, сейчас вниз спустимся. Здесь внизу есть крабики. Вот, а сейчас поедем. Сколько? Ой, морские котики. Вот они меня едят постоянно. Вот, вот, вот еще. Смотри, краб какой мощный, большой. Все съели. Вот и акулку. О, мания, мания, мания. Золотая мания. Ой. Аккуратно. Где, где? А где еще чувак? А, вот акулки, смотри. На тебе, я тебя съел. Хорошо. Да, мне нужно 1500 золотых монет, чтобы я мог открыть акулу Мако. Вот этого сейчас съедим. Сколько у меня монет, так интересно. Сейчас я посмотрю. Ох, нифига, какие огромные щупальца. Нифига себе. Ага, смотри. А тут крабики эти вообще маленькие. Так, стрелочка влево. Что там интересно в это? Ох, нифига, мина какая огромная. Это я сразу умру. Вот такой мини. А, нифига. Все. Вот еще один, смотри. Вот, нифига, крабы какие. Ох, ничего, я нашел что-то. Смотри, какая-то обезьянка. Звездный робот, офигеть. Так, а ну-ка. Все, быстренько. А, травма от перепада на давление? Какая травма от перепада давления? А, она не может так глубоко, глубоко быть. Нужно подниматься наверх быстрее, срочно. Ой, ой. Так, кушаем. О, давай быстренько кушай. Давай, давай повыше мы сейчас. Сейчас повыше мы проплывем. О, смотри. Люди сидят. А ну-ка, как туда залезть? Нет, мы никак не можем залезть, потому что мы еще маленькие. Нужна акула побольше. Ладно, плывем наверх. А, смотри, что это за акулы меня съели? Офигеть. Сколько денег я? Всего лишь 129 монет? Ребята, мы так будем долго деньги собирать. У нас так мало. Вот, я хочу вот эту акулу купить. Акула Мако. Не хватает денежек. Давайте еще раз попробуем. Поиграем сейчас. Наберем еще денежек. Ничего страшного. Видишь? А ну. Вот, сейчас вот этих рыбок поедим. В принципе... Мне, за... мне дают монетки. Я вот много ем рыбок, и мне монетки дают. Поэтому мы сейчас отправимся туда, где много-много рыбок. Вот. Вот эту я даже съел. Иглоуха. Брюха. Иглобрюха. А, вот еще красная рыбка. Вот эти. О, смотри, сколько тут рыбок много. Вообще нормально. Ой, ты давай, 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 быстрее, быстрее. Оп. Съели. Где вот еще у нас? Ага. Вот, красненьких покушаем. Хорошо, сейчас мы много скушаем рыбок, и нам дадут за это, ой, это очень плохая мина, смотри, давай этот я быстренько сейчас сюда пройду, подожди, вот, а тут что такое, что такие почему-то красная, так, красная вода такая какая-то странная, тут много мин, о, травма от перепада
давление, надо повыше подниматься нам. Иначе мы здесь погибнем. Вот рыбок сейчас покушаем. Нет, все, отсюда нужно нам убегать. Ой, мы в западне. Надо куда-то, мы в западне, надо куда-то выплыть в другое место. Сейчас. Ой, да подожди. О, все. О, акулы, давай быстрее, ешь их. Вот это, вот, все, хорошо. Вот, еще вот эти вот маленькие рыбки золотые. Вот, они никуда не могут уплыть. О, вот акулы, давай, мы сейчас всех съедим. Вот еще внизу где-то акула. Вот, есть. Хорошо. Сейчас, ой, опять давление. Надо что-то делать. Ну, в принципе, жизнь отнимается, но не так быстро. Не так быстро, чтобы нам было от этого что-то как-то страшно. Вот, крабика съедим золотого. Нет, надо выплывать отсюда, потому что, смотри, давление. Да, давление потихонечку нас убивает. Так, сейчас выплывем. Ой, западня. Западня, надо куда-то плыть в другое место. Так, я помню, где-то вот мы здесь плавали. Вот сюда наверх. Нет, смотри, все равно здесь нету выхода. О, все, теперь нормально вроде бы. Да, все, перепада давления нету, все хорошо. Поэтому сейчас еще сюда поднимемся. Ой, эти нас кусают. Рыбок побольше сейчас едим. Вот так, хорошо. О, людишки, сейчас у нас едим птички. Ой, куда ты уплываешь? Подожди, ребята, подожди, я хочу с вами играться. Все, сели. О, давай, быстрее. Уплывай. О, смотри, тут много крабиков, а я не знал. Сейчас мы вас кушаем. Вот еще, подожди. Нет, они уплыли, все. О, птички. Сейчас поплывем. Оп, летающие рыбки, птички. О, фига, смотри, какой корабль большой. А ну, мы можем, интересно, туда залезть? Нет, не можем, нас не хватает. Ух ты, смотри, кто-то меня кусает. Какая-то рыба меня покусала, нифига себе. Все, мы погибли, но зато мы заработали... О, новое достижение, смотри, налет на пеликанов. И мы заработали 348 монеток. Сколько у нас вообще всего монеток? А, у нас 600 монеток. Ну что ж, дорогие друзья, большое спасибо за просмотр. В следующей серии, я надеюсь, мы откроем эту рыбку. Мако. Акула Мако. Вот. Поэтому, дорогие друзья, всем большое спасибо за просмотр. Всем пока-пока.